не удивляемся. Оно не сводится на нет. Поэтому и образование, и все вот это. Ты же видишь прекрасно, что происходит. Ты набираешь видеоурок, смотришь, тебе действительно учитель-то не нужен. И ему уже там. Поэтому один на один тестируйся, проходи. ЗДЗ то же самое без меня же делать. Без меня. Поэтому что ты возникаешь, как говорится. Я сама в такой ситуации. Нас не будет. То есть нас заменят вот оцифрованные что-то, какие-то вещи. И поэтому, чтобы он умел ориентироваться в учебнике, умел составить по любому вопросу таблицу, ОГЭ сейчас вот эти немыслимые. Мы же даже их не изучаем в процессе материала. А вот ты экзамен сдай, а там задача совсем. У нас нет. Вон, ребята, мы сами решаем, да? Ни одного, что проходим, это практически нет. Там прям задачи, чтобы мозг запутать, чтобы прям совсем с ума сойти. Нет, ну просто там, расскажи про Калининградскую область, да? Просто бы выучил и все. Так нет. Поэтому все идет к этому. И вы удивляетесь. Ни один учитель не ведет такую систему. У нас ни один учитель не ведет такую систему. У нас все учителя. Ты хочешь, чтобы я тебе пересказал Калининградскую область? А смысл? Сказать какие-то свойства. Нет. Что там может? Я про Ятай сказала. Я сказала про смолу. Меня ответил шляпца. Вот 4 он получил за какие-то знания. За Янтарь, за Болотский тут худо-бедно. Ну, они ему вообще. Ну, вы болтались, качкая. Поэтому... Сколько? 2 минуты от начала урока? Проболтали весь урок. 10. Тимур, давай про него поговорим еще. Как у тебя? Мы все свое уже сказали, но руки нельзя рассказывать. Поэтому, пожалуйста, потише. Ну что, мы же уже все равно помогаемся.